Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня отмечаем пресс вместе со мной. С моим тренером. Вот он, Маслов Николай. Поехали. А ты декларируешь? Первое упражнение. Подъем ног. Висим на турнике. Полной амплитуде. Двадцать 30 повторений. Первое упражнение в 3 сета. Следующее упражнение. Подъем ног с выталкиванием. Вверх. Выполняем 20-30 повторений. Ноги опускаем до параллели с полом. При выталкивании ног, ноги на себя не забрасываем. Выходят перпендикулярно вверх. И третье упражнение, заключительное. Исходное положение лежа на полу. Ноги согнуты в коленях, руки за головой. Одновременные подъемы таза. И лопаток. Не менее 20 повторений. Принимаем упор лежа на спине. Руки и ноги прямые. Отличное взрывное упражнение, которое является одним из подводящих для подносов ног из виса на перекладине. Выполняем касание руками ваших стоп. Стараемся держать руки и ноги прямыми. Касание вы должны выполнить примерно над вашим тазом. Должны показать отрыв поясницы и ног от пола. То есть ваша задача поднять ноги и туловище на оптимальную высоту для касания. Итак, теперь разберем неправильное выполнение данного упражнения. Ноги слишком сильно согнуты в коленных суставах. Ноги не поднимаются достаточно высоко. Касание происходит далеко от таза. Слишком сильно закидываются ноги. Туловище не поднимается достаточно высоко, поясница не отрывается и касание происходит также далеко от таза. Теперь еще раз правильный вариант.